В 60-х годах зрители сходили с ума, когда он появлялся на сцене, в прямом смысле слова. У него был такой спектакль, который он играл 20 лет «Глазами клоуна», где он пел «Зонги». Это сделанная им самим инсценировка по роману Генриха Берля. Молитвы, сны, слова, алтари — это все суета, Мария. Его голос, порочный излом, изыск, красота, пластики, огромные, проникающие внутрь глаза, открытая, откровенная театральность.